Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, добрый вечер. Я на сегодняшний день представляю Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова. Мы рассказываем о нашим зрителям о тех благотворительных проектах, которые поддерживают актеры. Мы поднялись на орбиту, там Олег Кононенко и Николай Чуб передали привет, поздравили. И сейчас, возможно, смотрят спектакль художественного театра в видеоформате. Это и «Метрополитен». Мы зашли туда с брендированным поездом. Готовятся и гастроли в Японию весной и в Китай. И сейчас я встретил представителя Бразилии. Как вы думаете, как вы видите, или как бы вы хотели видеть проекты или пути развития, скажу про российскую культуру, вот в условиях многополярного мира? Вы знаете, вот в этой аудитории я могу говорить только как рядовой гражданин. Я же не театрал.